приветствую вас и нужда. Именно нужду вы чувствуете к своему молодому человеку. Вы в нем нуждаетесь. Это ключевой момент в понимании того, что с вами, собственно говоря, происходит. То есть вы без него не можете, вот, а с ним вы, ну, в общем, чувствуете, что как-то, значит, раздражаетесь. Вот. Такая история. И это говорит о нужде. Знаете, то есть это именно нужда. Вот. Соответственно, о чем говорит нужда по сути своей? Нужда по сути своей говорит о том, что вы через молодого человека пытаетесь что-то для себя получить. Вот. Он вам для чего-то нужен, по факту. Вот и получается такой момент, что для понимания истории, для понимания того, что значит, для понимания того, что с вами происходит, нужно понять, в чем вы нуждаетесь по факту. Вот. И, соответственно, как только вы это поймете, то сразу проблем никаких не будет. Да? Вот. То есть, вот ситуация в том и заключается. Как только вы поймете, в чем вы нуждаетесь, в чем именно вы нуждаетесь, то есть не будете подавлять свои чувства, не будете бояться их, вот, ну, своих чувств. Вот. К вам придет, собственно, вот это вот понимание. Вот. Ну, естественно, для этого нужно будет поработать. Для этого нужно будет поработать с психологом, наверное, для того, чтобы лучше понять, чего хотите вы, что нужно вам и что для вас, собственно, более ценно. Потому что то, что вы себе ответите, это одно, а то, что в беседе с психологом будет, это совсем другое. Вот. Поэтому я думаю, что так вот. Ну и, собственно, нужно задать вам свой вопрос все-таки, потому что пока вы никакого вопроса не задали своего, да, то есть, что хотите, что нужно, вот, и так далее. Но я думаю, что часто, очень часто бывает так, что, значит, очень часто бывает так, что отношения входят в привычку, и люди как бы, значит, ну, общаются друг с другом просто вот, ну, потому что привыкли. Вот. Я думаю, что
просто так. То есть постарайтесь подумать, вот что именно вы чувствуете, когда раздражаетесь. Что вас именно раздражает? Вот. Конкретно. Думается мне, что это будет один из ключевых моментов в понимании вашей истории, в понимании вашей ситуации, да? Вот. Я думаю, что так. Можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Значит, чтобы как-то вот получше разобраться, чтобы получше разобраться с ситуацией, нужно, конечно же, нужно поговорить с вами, вот, конечно же, нужно пообщаться с вами, тогда будет как-то, ну, более-менее понятно, с чем мы имеем дело, и, соответственно, уже исходя из этого, можно будет, значит, что-то делать, исходя из этого уже можно будет, ну, давать какие-то рекомендации, вот. То есть еще раз, подумайте, чего вы хотите для себя. И раскройте своим чувствам, да, то есть не подавляйте их, как это может быть вы делаете, ну, обычно, необычно. Раскройте своим чувствам, короче говоря. Вот. Не бойтесь их, не бойтесь своих чувств, это замечательно, что вы что-то чувствуете, это здорово, что вы что-то чувствуете, позвольте себе чувствовать. Вот. Я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Если остались дополнительные вопросы, то, соответственно, задавайте их в личку. Я буду рад помочь вам. Буду рад ответить на вопросы, если они у вас будут. Вот. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. А я вам желаю всего доброго и удачи.